Всем привет, любителям футбола! Это Красноярск, это Сибирь, это снег, и сегодня матч Енисей-Ахмат. А ваш покорный слуга Олег 13 боится такой погоды, у него нет вторых штанишек, а у меня есть, поэтому сегодня с вами я, Никич. Тот самый мяч, которым будут играть Енисей-Ахмат. Сейчас мы его немного потрогаем. Матч настолько крутой, что на него приехали даже болельщики сборной Швейцарии по футболу. За моей спиной те люди, которым неравнодушен наш Енисей в любую погоду. Они готовы прийти и поболеть за наш с вами любимый клуб. А вот где болельщики Ахмата, сейчас мы посмотрим. За какой клуб вы сегодня болеете? За Енисей, конечно. За Енисей. Когда уже на поле наконец-то выйдет Поздняков? Я что-то не знаю такого игрока Енисея. Крайний защитник справа. Не знаю что-то. Короче, Олег, я думаю, ты нас слышишь. Люди пока тебя не знают. Прояви себя, это первый красноярский ниндзя, болельщик ФК Енисей. Скажите, как греетесь на этом матче? Прыгаем, орем. И все. И все. У вас в руках шкура, чья она? Не знаю, кто-то с Сочи, с Ахмата. Ну, она же не человеческая. Не факт. Человек ради Енисея посадил всю свою семью, ребята. Да, вы и слышали? Свой голос тоже я сегодня сажу только ради Енисея. Человеку вообще не важно, сколько градусов, он до сих пор в кепке. Что, друзья, в такой компании? Скоро ли на поле выйдет Олег Поздняков? Такого нет вроде. Поздняков нет в Енисее? Не помню такого, если честно. Олег, тебя даже не помнят. Это отлично, ничего страшного, если мы покажем, вот как ты двигаешься футболистам, возможно, они будут делать точно так же. Ты не против? Не против. Лучшие люди живут в Сибири. Если вы это не поняли, приезжайте к нам и посмотрите. Да, какой у вас адрес? У нас адрес дом Пушкина. У леса на опушке жила зима в избушке. Она снежки солила березовой кадушке, она сучила пряжу, она ткала холсты, ковала ледяные, да над реками мосты. Снять этот выпуск нам сегодня не помешает даже баннерный конструкт. Один момент. Ребята, любимая ваша, а что самое интересное, наша рубрика «Отвлеки вратаря». А в воротах Ахмата стоит Евгений Городов. Попробуем его отвлечь. Жень, может быть чайку, горячего чайку? Пока горячего чайку. Ну что ты, не так много времени у тебя осталось, чтобы успеть на горячий чай. Он уже не успевает, поэтому пойду просто подергаю его за ногу. И вот мы видим, как последние болельщики уходят с сегодняшнего матча Енисей-Ахмат 1-1. Ну а вам, дорогие друзья, хочется сказать огромное спасибо, особенно тем, кто был на этом матче и сидел на этих трибунах и поддерживал наших ребят. Это был последний домашний матч в 2018 году, поэтому увидимся в 2019. Болейте за Енисей! С Новым годом! С новым футбольным годом! Hyundai.